Так, друзья, вот смотрите, прямо на морском берегу, даже не просто на морском берегу, а в море, сегодня очень много медуз, я их нашел. Но тут просто они огромные, какие-то гигантские. Туалетная бумага тоже, какая-то грязь. И вот медузы, три штуки больших я нашел, сейчас выпущу в море вместе с вами, пусть они плывут. Но их очень много, вот смотрите, видите? Все, их уже почти не видно. Они вот уже уплывают. Вот такие медузки здесь есть сегодня. Буквально в воде везде, где не посмотреть. Все вот в таких вот медузах. Знаете? Ну, есть, конечно, и огромные медузы, которые, возможно, уже опасные. Эта медуза не самая опасная, по крайней мере, не колется. А такие вот они мягкие, жидкие. Отпускай эту медузку, пусть плывет. Все, уплыла. А мы пройдемся с вами, прогуляемся, вышли. Медузы посмотрели. Ну что ж, друзья, покажу я вам во всей красе так называемый толстый мыс. Потому что, видите, название берет от того, что огромная скала ни с того ни с сего выходит вот таким образом над берегом. Если присмотреться, это... В Геленджике называется толстый мыс. Есть также тонкий с другой стороны, но мы его посмотрим немножко попозже. Здесь пронаблюдайте идеально ровный горизонт моря. Просто вот плоскость, смотрите. Никакого закругления нету, ничего. Идеально ровная плоскость. Сейчас я покажу вам все со всех сторон. Вот с левой стороны, как бы, где берег идет, если посмотреть, где край, там получается тот самый дворец или замок одного неизвестного и очень богатого человека, который постоянно снимают, в том числе и ролики делают. Угадайте, кто это? Хочется услышать ваше мнение. Покажу вам все, что вокруг. Здесь с этой стороны, видите, какие домики красивые. Потом мы еще прогуляемся по этому толстому мысу. Есть на самом деле проход. Немножко он подальше. Вот таким образом можно пройти и выйти там к маяку и к пляжам. Уже более-менее там будет такое местечко и парк, и деревья. Мы немножко позже с вами прогуляемся. Сейчас показываю вам весь обзор, как выглядит этот толстый мыс. Также есть у вас смотровые площадки разные и корабли. Корабли мы, конечно, тоже поприближаем потом, потому что корабли могут рассказать много секретов. Приближая одни корабли, затем можно будет увидеть в отдалении другие. Это говорит о многом, имеет ли наша вода определенное закругление. Ну, вот такая вот красота. Все вам показываю в прямом эфире буквально. Ну, конечно, кто здесь живет, наверное, хорошо жить. Единственное, ветерочек дует постоянный, но вид на море шикарный. Но есть один минус, самый главный, к воде не подойдешь. Из-за того, что большие такие скалы, видите... Просто, по большому счету, и пляжей нет никаких. Просто камни вниз как-то по веревкам спускаться очень опасно и вообще запрещено. В общем, мы с вами здесь, друзья. Находимся на берегах Черного моря. Правда, я снимаю Черное море. И буквально только что два дельфина из воды вынырнули. Не успел зафиксировать. Может быть, поднимется один из них. Два огромных дельфина. Вон он один. Вон он. Так, сейчас я его попробую приблизить, сам плохо вижу. Но где-то он, вот он, дельфинчик, вы посмотрите. На Черном море мы с вами фиксируем дельфины, их два. Вот еще один около берега, сейчас я покажу, вот он. Подплывает к рифам, наверное, сейчас вынырнет. Вон еще один, сколько же их здесь, ничего себе. Мы зафиксировали огромных дельфинов. Надеюсь, что это именно дельфины, а не акулы. Но они вот здесь вот плавают в огромных количествах. Видно их сверху. Стоим на горе, на такой. Получается, три дельфина. Вон еще выныривает спинка. Сейчас, может, появится. Он плывет, знаете, плавники сверху видны. Но до конца не выныривает. Они же захватывают кислород. Вон, плывет между рифами. Попробую приблизить, если он хоть немножко поднимется из воды. Вон там черненький, вот он еще, видите? Дельфины вверх-вниз, видимо, питак поснимать снизу. Спустимся в самый низ, но кадры фантастические.